вот насколько мастера были, да, стеклодувы. И когда наливался в сосуд, наливалась какой-то жидкость, так скажем, да, и создавался эффект линзы. И петушок словно касался крылышками стенок этого сосуда. Посмотрите, как это удивительно. Вот как нужно было такое выполнить, да? Ну, все готово к приему дорогих гостей. А вот они, Кулезнёвы, пара, хозяева этого дома. Но во главе стала, конечно же, самовар. Но если девушка в нашем городе имела хорошее домашнее образование, она обязательно умела музицировать инструмент 19 века, тоже из музейного комбината Тульма. Ну а на этом стенде люди, которые жили в эпоху Классина. Вот обратите внимание, рабочие фабрики, некоторые из них с тросточками, они очень уважали и подражали своему работодателю. Тросточка у них такая же. А вот удивительная витрина, на которой вещи, которыми пользовались наши жители времен Егора Егоровича Классина. Например, щипчики не только женщины завлекалочки себе закручивали, но и мужчины усы богатые подкручивали. А вот интересный предмет, эмалированная кружка, которая...